Органистка Хирока Иноуэ родилась в Японии, но местом для жизни и музыки выбрала Россию. Сюда она переехала 20 лет назад, училась у российских музыкальных корифеев Московской консерватории по классу фортепиано и органа. Сейчас в ее списке победы в авторитетных международных конкурсах и место солистки в Калининградской филармонии. Говорит, с нетерпением ждет Нового года, когда вся ее семья соберется в Москве. По японской традиции, все блюда готовятся заранее и 7 дней не будут пользоваться ножами. Это к несчастью. А сейчас Хирока дает концерт в Самарской филармонии. И настолько моя жизнь привязана с Россией. Я очень люблю Россию. И это очень моя вторая родина. И в основном, конечно, концертная деятельность связана с Россией. Хирока просит, в поле ее зрения не должно быть камеры. Это отвлекает от музыки. Органистка играет, полностью растворяясь в звуке, отдаваясь игре. Не верится, что до этого у нее была бессонная ночь. Гастролирующие органисты каждый раз заново адаптируют свою программу к новому инструменту. Она начала вчера в 10 часов вечера работать и закончила в 3 часа. Поскольку она гастролер и работает с разными органами, вот приехав сюда, она свою программу под регистры этого органа сделала. В этот раз в программе Хирока рождественские пьесы классиков. Самарская публика приняла органистку радушно. После каждой пьесы обязательные овации. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События.